установка видеорегистратора на Opel Vivara. Решили подключить, взять плюс вот отсюда от плафона, чтобы не тянуть провода через всю машину. А питаться будет вот от такой платки китайской DC-DC преобразователя. Отстраиваю прямо на машине при помощи вот такой самодельной контрольки. Проверяю на своем телефоне. Зарядка есть. Сейчас запаковываем это все в термоусадку. Подключаем к машине. Собираем и отдаем машину. Вот так вот это все выглядит после окончания. Сейчас еще здесь пару раз прихвачу изолентой. И можно прятать внутрь. Обезжириваем поверхность перед наклейкой кронштейна. Все, регистратор установлен. Подключаем. И наслаждаемся. Ну, время, конечно, ему надо выставить. Ну, время выставит хозяин уже по своему усмотрению. И настройки, там, подключение Wi-Fi и все остальное. То у нас Славута приехала. Будем ставить электробензонасос. Потому что эти насосы постоянно текут. Он все в масле. Вот такая вот вещь. Ну и греются летом. От перегрева перестают качать. Массу берем прямо от двигателя. Плюс берем от катушки зажигания, чтобы насос срабатывал при включении зажигания. Что? Он сюда тухнет. И что делать, что это засветить? Нажать на него, наверное. После того, как насос снимется, там все будет покрасивее. Проверяем. И моторчик зажигал. Да. О! Вытер. Уже нет. Теперь нам надо сделать заглушку вместо старого бензонасоса. Вот отметили в металле. Металл у нас
Фольга 3 миллиметра? Да, фольга 3 миллиметра. Ну там давление только масло. Я думаю, масло не продавит 3-миллиметровый металл, прикрученный на 8 шпильки. Сейчас будем вырезать. Дальше покажу. Отверстия готовы. Сейчас сравнимся с шаблоном. С шаблоном отверстия совпадают. Отлично. Вырежем. Ставим. Заглушка готова. Сейчас будем из паранита вырезать прокладочку. И вот демонтируем старый бензонасос. Демонтируем шток. Вытираем все насухо. И ставим сначала прокладку, потом вот эту вот дистанционную проставку. Иначе на шпильках оно не затянется. Заглушка прикручена, насос новый подкручен, подключен, провод идет в автомобильной гофре и подключен сразу к катушке зажигания, чтобы при включении зажигания срабатывал насос.